Основывается Церковь сия в славу великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вышний основа сию церковь, Бог посреди ее, и не подвижется, помножит ей Бог утро за утром. Благословенно и знамен и Святаго Духа. Аминь. Господу помолимся. Господи, Господи Боже наш, север и море, всяческое создава Его же небо и земля вместить и не может. На земле храм себе иметь и во всегдашнему хвалению Пресвятаго имени Твоего изволивы, смиренно припадающий Твое человеколюбие молим, основание храма сего и все его здания благослови, и силою Твоей утверди непозыблемо же и неразрушимо сотвори. Господи, Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи Боже наш, Его же хвальное имя от восток солнца донеси Его, и укрепи, утверди и благопоспешно к совершению приведи, Ты бы, если вся на пользу душ наших действия, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Боже наш, от юга на спасение наше пришеды, и от пресненной девической горы, яко свят явивайся, и человеки поживы, призри милостивно молимся на птиторов, зачатого во имя Твое, сдайся храма, и во всем благослови их. И там, ибо если Бог милости и щедрот человеколюбие, и Тебе славу высылаем, через начальник Твоим Отцем, пресвятыми благими, животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, Господи Боже наш, изволивай на всем месте и на всем положенном, и во имя Твоей благословенном камень основать в себе церковь, сам Твоя, Твоих Тебе приносящих, возближенных всему Твоему славословию и сильному храма, честь же и память преподобного и богоносного Отца нашего Антония, Игоносийского, милостивно приим, множеством Твоим небесным и земным благ воздашь, всем же к сооружению, к совершению церкви своей сия, помощь творящим, телесное здравие и душевное спасение даруй, делайте ли укрепни невредны, от всякого зла соблюдая, основание же сия неразоримо и непозыблемо соблюди, и храм Твой сей в совершение скоро приведи. Господу помолимся. Творим Тебе, Господи, Бога, Сын, Спасителю наш, яко премногие ради Твоей благости и человеколюбия избрал и осветил и семесты сие, и к созиданию на нем церкви воскресенья наших преклонши, благовари на месте всем и жертвеннику приношению на нем, бескровные жертвы Пресвятого тела и честные крови Христа Твоего, в славу Твою и спасение душ наших создайтеся, некоторых людей Твоих, Тебе беспрестанно, кроме всякого препятствия приносимы и совершаемы будут, всяко у Тебе возможна суть, и Тебе славу воссылаем, с единородным Твоим Сыном, с Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молим Тебя, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о великом Господине Отце нашем, святейшем Патриархе Алексии, и о Господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Владимире, и о всей во Христе, братья наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся, ой. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся, еже представите делу сему, святому ангела-хранителя, от всякого злага обстояния, видимых и невидимых врагов, препятствий избавляющая и защищающая, и делателей укрепляющая Арцем си, Господи, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Услышанный Боже, Спасителю наш,
милостивой, человеколюбец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас. Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистой Своей Матери, предстательстве честных небесных сил бесплотных, преподобного и богоносного Отца нашего Антония, игумена Сийского, и всея России чудотворца, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Поздравляю всех с сегодняшним событием, закладкой храма в честь преподобного Антония игумена Сийского. Мы сегодня начали благое дело с благословения высокопреосвященнейшего митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира, который благословил воссоздать историческую справедливость в Санкт-Петербурге, где когда-то Архангельская епархия в лице разных монастырей имела свои представительства как подворье. И вот сегодня мы закладываем этот честный храм в честь преподобного Антония, одного из северных покровителей игумена Сийской обители, которая располагается на территории Архангельской области. Этот святой преподобный муж, он был основателем обители. И он пользуется большим почитанием не только на русском севере, но и в русской стране, поскольку оттуда, из Антониево-Сийского монастыря, вышли многие видные государственные и церковные мужи. И не случайно, наверное, связь просматривается в Сийской обители со всей Россией, с Московским Кремлем, через святейшего патриарха Филарета, который был заточен в Сийской обители, находился там несколько лет и потом стал основателем, как мы знаем из истории, династии Романовых. С этой обителью связана история российского государства. И вот частица той святыни северной будет пребывать здесь, в лице этого храма. Надеемся, что по милости Божией он будет сооружен с благословения владыки митрополита Владимира и здесь построен, поставлен на этом святом месте, дабы покровитель севера России здесь невидимым образом пребывал с петербуржцами и покрывал и избавлял всех жителей града святого Петра от всякого зла. И надеемся, что вы все, кто пришли сегодня, будете прихожанами этого святого храма. Пусть благословение Божие пребывает на этом святом месте. А мы благодарим владыку митрополита Владимира в лице его секретаря, отца Сергия, за то, что он благословил здесь быть положенным камени сему. Спасибо, Господи. Oh.
канавки Божьи носить. Память которого мы совершаем на Архангельской земле, который является одним из покровителей севера России. И надеемся, что он будет покровительствовать и северу Петербурга. А капсула? В капсулу мы заложили частицы земли Святой горы Афон, Святой земли Иерусалима и горы Фавор. А почему вот так важно для Петербурга? Почему именно здесь вы решили именно в этом районе построить храм? С благословением владыки митрополита Владимира. В этом районе мы осветили закладку храма. А немножечко о самом святом. Почему именно в честь него? Дело в том, что раньше, до революции, было здесь подворье Антония Васильевского монастыря. Нет, там снимали. Поэтому, но потом оно было уничтожено. И вот сейчас, в благословении Владыки митрополита Владимира, мы заложили основание будущего храма Подгорского в честь преподобного Антония Васильевского, потому что он является одним из очень почитаемых святых на русском севере. И он основал обитель, которая теперь является духовным центром Архангельской епархии. Чем заступник? Из святой обители вышли многие видные люди, и государевы, и церковные, в том числе и митрополит, святейший патриарх будущий Филарет, который был там в заточении, который дал основание роду Романовых, и государство российское отчасти своей истории связано с Антонием Васильевским монастырем. И последний вопрос. Вот были какие-то сложности с установкой храма именно в этом месте? И на чьи деньги? Сложности обычные, что и везде, в каждом городе, выделение участка земли, основание, собирание всяких бумаг, которые необходимы к этому. И, в общем-то, чего-то чрезвычайного от этого не было. А когда будет построен храм, как он будет выглядеть? Храм уже сооружается в одном из русских городов в Москве. И надеемся, с благословением Владыки митрополита Владимира, скоро его поставят на это место. Тогда пускай, это будет деревянный, да? Да, вот.